Приветствую вас. Трудно не согласиться с коллегой в его оценке ситуации. Вот. Но я все-таки постараюсь ответить вам именно на ваш вопрос, как вы его задаете. Потому что, ну, мне кажется, что так будет правильно. Значит, смотрите, вы спрашиваете про весомые причины. Весомые причины есть, и в первую очередь эта весомая причина заключается в том, что парню вы изначально, скорее всего, вы нравитесь, ну, или нравились изначально вы парню, вот, но близкие отношения с вами вызывали у него какую-то вот, ну, неприятную такую реакцию, неприятную. Ему было некомфортно, в общем. Если вот так вкратце об этом говорить. Ему было некомфортно. И он решил с вами развестись. То есть развестись эмоционально, да, решил с вами разорвать отношения, вот, отдалиться, для того, только лишь, судя по тому, что вы пишете, для того, чтобы вновь, заново, значит, вступить с вами в отношения, но уже при этом в такой форме, которая удобна ему, и которая устраивала бы его. Понимаете, какая штука. Вот и все, соответственно. То есть, его желания, желание мужчины, банна, как таковые, никуда не делись. Его желание, его никуда не делись. Они просто сейчас больше соответствуют той форме отношений, которых вы пребываете. Что это за форма отношений, да, ну, сказать так однозначно, наверное, нельзя. Какая форма отношений там, к примеру, его могла бы устроить? Я имею в виду мужчину вашего. Вот. То есть, может быть, это форма вот такая вот. В виде прогулок, может быть. А может быть, это форма, ну, какая-то другая, да? То есть, ну, может быть, это какая-то иная форма. То есть, может быть, это более такие вот, ну, интимные отношения с вами, да? Вот, мы же этого не знаем, опять же, вот. Поэтому тут, соответственно, вот такая примерная история.
то, соответственно, вот такой примерно момент. Вот. И человек, он, ну, как бы, действительно, он думает в первую очередь о себе, именно о себе он думает в первую очередь. И, соответственно, ну, вот он с вами в отношениях, ну, вот в такой, если это вот такая форма отношений, да, то он вот, как бы, в этой форме находится отношения с вами, да, вот. Он думает в этот момент, опять же, только о себе. О себе самому. Вот. И думает он о том, чтобы ему было хорошо. Не вам, а ему, к сожалению. Вот. То есть это вот то, что я могу с уверенностью вам сказать здесь, ну, опираясь на то, что вы пишете. Вот. Так что, если есть причины, то только те, которые актуальны и важны для него самого. Ни в коем случае не для вас. Вот. Соответственно, так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было, ну, как минимум, полезно. Я надеюсь, что это было как минимум как-то познавательно, да, и надеюсь, что вы себя, ну, как-то защитите, да. То есть я надеюсь, что вы как-то себя обезопасите от возможного негатива, который может иметь место быть, если, к примеру, вы будете продолжать действовать так, как действуете. Вот. Обратите отдельное внимание на проблемы, по которым вы расстались. То есть вот, я серьезно сейчас говорю, отдельное внимание обратите на те проблемы, по которым вы расстались. То есть, как бы, изменилось ли сейчас, да, изменилось ли сейчас, ну вот, собственно, то, что раньше служило, значит, поводом для вашего, условно говоря, расставания. Вот. То есть, если, ну, грубо говоря, если причины остались, то есть, ну, если ситуация такая же осталась, да, то есть все осталось по-прежнему, вот, то, скорее всего, человек
думает о себе только. Это совершеннейший факт. Вот. Если сейчас, условно говоря, ну, ситуация изменилась как-то, да? Вот. То, соответственно, можно думать о том, что отношения могут дать какие-то плоды. Но как показывает практика, именно практика, как показывает практика, редко что-то меняется. Вот. Ну, именно вот в отношениях. Очень редко что-то меняется. То есть, ну, как показывает практика, люди, они не меняются практически. Значит, сами по себе к сожалению. Вот, в принципе, такая история. То есть вы говорите о том, что типа отношения, как бы, да, вот, ну, там, можно ли отношения там восстановить, грубо говоря. А я вас, соответственно, спрашиваю, так, а что восстанавливать есть? Изменилось ли, значит, что-то, после того, как вы вот расстались с ним, понимаете, какая штука? Я думаю так. Ну, можно надеяться, конечно, дальше продолжать надеяться, но что это даст, как бы, знать, какая история. То есть, ну, что это, да? Вам. Для чего вы это делаете? Зачем? Зачем? Зачем вы это делаете? Мне думается так. Мне думается такая вот история. На этом все. Пожалуй, надеюсь, что помог вам. А если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь ответить. Ну, вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.